Доброго времени суток, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале, канале о вязании не только. Меня зовут Ирина. И сегодня мы еще раз вернемся вот к такой вязке. Вязка очень простая, но в то же время смотрится очень-очень красиво. И естественно, посмотрев мое видео недавнее по этой вязке, люди обратили на нее внимание, и у них появились вопросы. Значит, если вы помните, я рассказывала, как вяжется вот такой мотив, но не рассказывала, как вяжется прямоугольный. То есть, как квадратный вязать я рассказала, а как прямоугольный не рассказала. И у некоторых вызвала сложность именно начало вязания вот такого прямоугольного изделия, назовем его так, с которого может потом получиться либо коврик прямоугольный, либо плед, либо, возможно, что-то еще, то, что вам придет на ум. Итак, для того, чтобы нам начать наше вязание, нам потребуется, естественно, клубочек ниточек. В данном случае у меня остатки от кавказской пряжи двоечки. И крючок мой любимый номер 3. Вы, естественно, подбираете крючок под свою пряжу. Не все же будут вязать, допустим, с двоечки кавказской. И для начала нам нужно набрать 21 воздушную петлю для того, чтобы начать наше вязание. Я не рекомендую вам набирать, допустим, очень много, потому что вот в данном случае я набрала 41 петлю. И я вижу, что это много. Опять же, не повторяйте моих ошибок. Хотя, если вы будете вязать, допустим, большое изделие, то, естественно, как бы соотношение должно быть. Я тогда рекомендую вам набирать побольше воздушных петель. Но в данном случае мне большое изделие не нужно для того, чтобы вам показать. И я набираю 21 петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Далее мы набираем еще 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Одна воздушная петля из этих петель — это у нас петля подъема. Дальше это у нас будет следующая петля взамен столбика, вместо столбика. И следующая петля — это будет петля между нашими столбиками без накида. Далее мы возвращаемся в нашу 21 петлю и провязываем сюда столбик без накида. То есть получается, мы уже 2 столбика провязали. Делаем воздушную петлю, возвращаемся опять же в нашу 21 петелечку, столбик без накида, воздушная петля, и последний столбик провязываем нашу 21 петлю. Это мы сформировали наш угол, то есть верхний и нижний уголки мы сформировали. Теперь сделали воздушную петлю, в основании пропустили одну воздушную петлю, и в следующую вступаем, вот она у меня в основании воздушная петля, в следующую вступаем, провязываем столбик без накида. Вновь вяжем воздушную петлю, пропускаем в основании одну воздушную петлю, и в следующую вступаем, провязываем столбик без накида. Вы вяжете до тех пор, пока у вас в конце не останется 2 воздушных петли. То есть вы провяжете последний столбик без накида, у вас останется воздушная петля. И вот в этот в эту воздушную петлю мы будем провязывать вновь наши 4 столбика. Довяжите до
двух последних петель, и я дальше вам покажу. Итак, если вы делали все правильно, то у вас в конце ряда должно остаться 2 воздушных петли. Мы делаем воздушную петлю, в основании пропускаем петелечку, вступаем в следующую и провязываем столбик без накида. Воздушная петля, еще один столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Все эти 4 столбика мы провязываем в одну петлю, то есть петля у нас, которая была последняя. Дальше мы вновь делаем воздушную петлю, и сейчас легко нам видно, куда нам вступать. То есть мы пропускаем одну и вступаем в следующую. Провязываем столбик без накида. Здесь у нас был хвостик. Мы его ввязываем, чтобы у нас не было лишних ниточек. Воздушная петля. Вступаем напротив того столбика, где мы уже провязывали. То есть у нас легко отслеживается, куда мы должны вводить наш крючочек. И таким образом мы провязываем до конца ряда. Воздушная петля, вот у нас внизу был столбик, напротив него. Вступаем петелечку и провязываем. Вяжем до конца ряда. Итак, довязали мы до того места, где должны соединиться. Обрезаем нашу ниточку и берем ниточку контрастного цвета, у меня в этом случае будет розовая. И теперь у нас будет происходить соединение. Соединяться можно во вторую петлю, но я соединяюсь под цепочку из 3 воздушных петель. Так мне удобнее, да и проще. И я вытягиваю петелечку и эту петелечку соединяю с петелечкой, которая была на крючке. Далее я располагаю мои ниточки вот по нашему вязанию. И вновь 1, 2, 3. Возвращаюсь сюда же, где я соединялась, провязывая столбик без накида. Далее воздушная петля под следующую цепочку или воздушную петлю я провязываю столбик без накида. Так, где у меня тут следующая воздушная петля? Вот она. Воздушная петля. И вот у нас следующая воздушная петля между нашими столбиками. Я вступаю вновь сюда, провязывая столбик без накида. Воздушная петля, возвращаясь сюда же, провязываю еще один столбик без накида. Далее воздушная петля. Под следующую воздушную петлю я вновь провязываю столбик без накида. Наши хвостики, видите, ввязались. Не видно их вообще. И далее по той же схеме. Под воздушную петлю столбик без накида, воздушная петля. Сейчас вообще очень просто вязать. Столбик без накида под воздушную петлю, воздушная петля. Доходим до следующего нашего поворота. Так, последний раз вот под воздушную петлю провязали столбик без накида. Воздушная петля. Под следующую мы провязываем столбик без накида, воздушная петля. И сюда же провязываем еще один столбик без накида.
воздушная петля под следующую воздушную петлю, столбик без накида, воздушная петля, дальше мы провязываем под следующую воздушную петлю, столбик без накида, воздушная петля, возвращаемся сюда же, столбик без накида, воздушная петля, и пошли вязать дальше. У нас сформировались еще два уголочка. И уже у нас начали формироваться столбики между уголками. Провязываем до конца ряда. Ну а дальше все просто. Вновь мы обрезаем там ниточку. Я сейчас вам последний раз покажу. И дальше я надеюсь, что у вас уже не вызовет вопросов. И вы самостоятельно сможете связать то, что вы задумали. Как я уже говорила, вязание очень простое, но смотрится очень симпатично. Как всегда, все гениальное просто, поэтому это не исключение. Вот довязали, да? Я вновь обрезаю ниточку. Опять беру контрастную ниточку. Вот у меня зелененькая. Вступаю под свою цепочку из трех воздушных петель. Вытягиваю петелечку и провязываю через петелечку, которая была на крючке. Хвостики не нужно оставлять сильно большие, потому что они у нас связываются. Хвостики большие нужно оставлять в том случае, если у вас скользкая ниточка, и она будет выскакивать. У меня ниточка не скользкая, поэтому я хвостики большие не оставляю. Вновь 3 воздушных петли. Возвращаемся сюда же, провязываем. Столбик без накида, мы вновь сформировали наш уголок, воздушная петля, ниточки распрямляем, столбик без накида под воздушную петлю, дальше столбик без накида под следующую петлю, и обязательно между столбиками мы делаем воздушную петлю. Вот подошли к следующему уголочку, провязываем. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Уголки наши сформированы. И пошли дальше вязать под воздушные петли, столбик без накида, между столбиками воздушная петля. Таким образом вновь мы довязываем до нашего следующего уголочка. Воздушная петля, и теперь мы вновь формируем наш уголок, под воздушную петелечку провязываем столбик без накида, воздушная петля, возвращаемся сюда же, столбик без накида, воздушная петля, здесь у нас уже 2 столбика без накида на этой стороне, которая у нас меньше. Формируем следующий уголочек, столбик без накида, сюда же столбик без накида, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, и пошли вязать до нашего следующего соединения. Ну вот, я думаю, что я вам объяснила, каким образом вяжется прямоугольное изделие, и вы теперь с легкостью сможете связать. Еще раз повторюсь, что петли набирать воздушные вы можете в том количестве, в котором посчитаете нужным, но если вы будете вязать не очень большое изделие, то есть небольшой коврик, то я не рекомендую вам много петель набирать. Вот в этом случае у меня мы набрали 21 петлю. В этом случае у меня 41 петля набрана. Ну, коврик будет большой. И на этом я хочу закончить свое видео.
Я думаю, что у вас больше уже не возникнет вопросов, и вы с легкостью свяжете то изделие, которое задумали. Я желаю вам прежде всего здоровья, хорошего настроения, легких петелек и до новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.